Сериал «Ходячие мертвецы» будут снимать еще 10 лет. Руководство телеканала «МК» не смущает рейтинг сериала, который снизился наполовину после пика несколько лет тому назад. Американский телеканал «МК» запланировал продлить зомби-сериал «Ходячие мертвецы» еще на 10 лет. Об этом сообщает Forbes. Гендиректор канала Джош Сапан заявил, что руководство не смущают нынешние рейтинги сериала, которые снизились наполовину после пика несколько лет тому назад. «У нас есть план на следующие 10 лет. Это аккуратный план, выказывающий уважение многочисленной армии фанатов», — сказал он и добавил, что в будущем возможны спин-оффы «Ходячих мертвецов». Отмечается, что «Ходячие мертвецы» — самый рейтинговый сериал на МК. Он в 3-5 раз опережает все другие программы на этом телеканале. Напомним, 30 мая стало известно, что исполнитель главной роли сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн покинет шоу после 9 сезона. Его экранное время сократится, а главной звездой сериала станет Норман Ридус, исполнитель роли Дарила Диксона. Ранее сообщалось, что вышел трейлер нового сезона «Ходячих мертвецов». Его премьера состоится в октябре этого года. «Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоится 31 октября 2010 года. В 2015 году появился спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов». Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.